Христос сказал, что Он есть дверь в страну Отца Небесную. И размышляю я теперь, как в дверь войти чудесную, что к вечности ведет, за ней прекрасно, радостно. Как отворить, кто ключ дает, ответьте мне, пожалуйста. Вопрос, конечно, непростой. Давай искать решение. Поищем ключ. А ну постой. Сейчас решим сомнение. Смотри, дружок мой, вот ключи. Перед тобою строятся. Каким из них? Пойди спроси, на небо дверь откроется. Все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносит нас. Я праведность через дела, я много раз пыталась, но дверь открыть все ж не смогла, хоть как бы ни старалась. Виновны все перед Отцом, и пусть прекрасны лица, украшенные девицом, но в плоти грех не сдится. Сердца людей черны, как ночь, запачкана одежда. Нет, не могу тебе помочь, пуста твоя надежда. Каждый будет умирать за свое беззаконие. Я называюсь Милый Друг, родительская вера. Мне не порвать порочный круг, есть множество примеров, когда в смирении отцы надеждой верой жили. А дети были сорванцы, лукавому служили. Никто не сможет передать спасение по наследству. Не стоит даже ожидать, что мной откроет дверцу. И всякий, говорящий мне: «Господи, Господи, войдет Царство Небесное», но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Достойно похвалы вполне, я церкви посвящение, но, к сожалению, во мне ты не найдешь решения. Не все, ходящие сюда, войдут в небес обители, с собой лишь я никогда не поведу к Спасителю. Как трудно надеющимся в богатство войти в Царство Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь угольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Я велико в людских глазах, зовут меня богатство, и мыслят многие в сердцах войти мной в Божье царство. Но это только злая ложь, я в том должно признаться, что мною дверь не отомкнешь, не стоит и пытаться. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас Божий дар, не от тел, чтобы никто не хвалился. Ну а я служение в церкви, я полезно и важно, но спасением от смерти быть, увы, мне не дано. Так бывает, что заботы прочь уводят от Христа. Вместо личных встреч работа, вместо веры суета. Погляди, стоит за мною. Ключ, пойди его проверь. От тебя, дружок, не скрою, не открыть мне в небо дверь.
ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Я единственный на свете, небо двери отворю, но и взрослые, и дети попадают к алтарю. Жертвою зовусь Христова за грехи и зло людей. Воскрешаю к жизни новой, избавляю от скорбей. В город привожу чудесный, в золотой Иерусалим. Там Отец живет небесный, там от горя ты храним. Поспеши, дружок, скорее, там Христос тебя согреет, там ты будешь вечно жить. Слава Богу! Слава Богу, что открыл мне небеса, дал спасение дорогу, показал мне чудеса. Хоть я маленький мальчишка, но пред Господом стою, и с друзьями громко-громко Иисусу песнь пою. Аминь.